Примерно 50 лет назад, в 1974 году, был принят закон Зексин-Веник. После этого СССР частично разрешает иммиграции. И начинается массовая миграция евреев из СССР. И большинство уходящих евреев были люди с криминальным прошлым, потому что Советский Союз хотел избавиться от этих бандитов. И большинство из них поселились в Нью-Йорке, в районе Брайтон-Бич. Очень скоро этот район получил неофициальное название «Маленькая Одесса». И там сформировалась русская мафия. На самом деле, большинство представителей русской мафии были евреи из Советского Союза. Сначала лидером этой мафии был Евсей Агрон, потом Марат Палагула, а потом Вячеслав Иванков, кличка Япончик. Вот так. Пока.